со спортом у нас давняя дружба. Я профессионально занимался долгое время легкой атлетикой, закончил институт физической культуры, поэтому не понаслышке знаю, что такое детская и юношеская спортивная школа, спортивная подготовка, поэтому я не думаю, что какие-то для меня будут сложности в этом вопросе. Оренбургская область, она богата, развита различными видами спорта, и какой-то приоритет, наверное, достаточно сложно. Но в легкой атлетике тоже много успехов, у оренбургских спортсменов очень хорошая история. Ну и другие виды спорта у нас достойно представлены на российском уровне, поэтому я думаю, что здесь должно быть все равномерно и равнозначно. Я не думаю, что какие-то глобальные проблемы есть, но у меня есть определенные взгляды на то, как должно развиваться, и надеюсь, что я буду очень полезен в этой сфере, потому что спорт ведь это не только спортивная подготовка, это и спортивная база, это спортивные сооружения, это, ну, это много-много, большое сильное хозяйство, то есть для того, чтобы, ну, скажем, спорт развивался, тут недостаточно только одного там, спортивно ориентированных тренировочного процесса, да, то есть много-много разных вопросов. Я все-таки сторонник развития базы, потому что чем шире база, то есть тем больше людей занимается физкультурой, тем выше вершина пирамиды, то есть профессиональный спорт – это все-таки верхняя часть. Но она должна основываться на широкой платформе. Я думаю, что все спокойно в рабочем режиме. Ну, сегодня какие-то, еще раз говорю, заявления делать, ну, рано, просто рано.